У меня целая куча дроби, я думаю, что зомбарям не понравится мой привет. А их поголовье действительно стоило бы поуменьшить. Ну чё, здорово, мужики? Кто здесь Мурат? Что происходит? Да вот, бандиты весь лагерь перебили. Теперь туда, на свободное место, зомби набежали. Нечего им там делать. Ты как, с нами? Хорошо, я помогу вам. Ага, то есть нам деревню надо зачистить всё-таки в итоге? Уничтожить зомби? Да. Это конкретно в деревне. Но пойдём так и сделаем, я думаю, вперед пацанов побежать, а то зомбари слишком хорошо раскидывают пацанов и могут их всех тут переубивать. Угу. Отлично сделано, сталкер. Ты заходи за гостинцем, найдешь меня в бункере Сидоровича. Пишет тот самый Мурат. В общем-то, он типа вроде... А это случайно не ты тут? О, понятненько. Застряли они тут. Значит, пройти в бункер Сидоровича, он мне сказал, да? Возможно, опять-таки, ключ Сидоровича тоже в его бункере. Ну, это логично, должно быть именно так. Может, туда можно как-то пропрыгнуть. Ну, именно за прилавок. Так, вот у нас какой-то чепушок тут. Это Артур какой-то. Как там моя награда? Какая награда? Которую ты обещал за рейд? А, так это ты дохлятину размочил. Как я обещал, 650 рублей. У меня к тебе дело серьезное. Ну, сначала дверь закрой, а то какой-то ротозевей нас послушает. Закрыл. Так что за дело? В общем, ты знаешь что-нибудь о недавнем всевыбросе и его виновниках? Ну, конечно, знаю. Имеется даже инфа о секторе 175. Информация не дешевая. И сколько мне она будет стоить? Дорого. Ты должен работать на меня. Согласен? Да, что я должен сделать? Вот, деловой разговор пошел. В общем, буду посылать тебя на задание. Как достаточно работаешь, так информация твоя. Такая проблема. Какой-то снайпер расстреливает моих сталкеров. Разберешься с ним, а то у меня убыль ужасная из-за него. Да и друзья гибнут. Хорошо, где искать твоего снайпера? Я думаю, что он на чердаке заброшенной мельницы засел. Там его поищи. Да и будь осторожен, снайперы очень опасны. Если от него будешь убегать, сдохнешь усталым. Да и без тебя знаю, что опасный. Ты хотя бы оружие нормального дашь мне? Извиняй, не могу. Сам знаешь, что я на банкроте. Удачи себе. Понятно. Взамен что я могу сделать? Ну не знаю, продать ему, например, кожанку. Оружие сатана не покупает, хотя оно неплохого состояния. Комбинезон сталкер за 9 рублей. 10 рублей. То есть, мне, в принципе, что, не дают никаким образом заработать? Если я захочу себе купить костюм, он 3,5 тысячи стоит. GPS-маячок не нужен, ПНВшники, спички и те 200 рублей, охренеть. Ну ладно, что нам надо? Это вообще кто? Это Мурат теперь тут будет бегать. Нам нужно пойти замочить снайпера на мельнице. Также нам нужно было идти на АТП еще в прошлой серии. Якобы там какая-то информация от связного есть. Я же играю за майора, правильно? Ну... А что по поводу ключа, кстати? Вообще не приложу ума, где он может быть, честно вам скажу. Это что такое? Боеприпасы? Не понял. Ну, взял я их, и что дальше? Использовать, и... Мы получили какие-то боеприпасы, если честно, я не понял, какие, но вот такие, видимо. Ладно. А, вот ящик. В ящике пусто, ясно. Ё-моё, что там за закат такой, посмотри, всеми цветами радуги. Короче, не знаю, где ключ, не буду я уж слишком запарываться по этому поводу. Давай, наверное, сходим, посмотрим, что в ближайшем тайнике. Уж я не знаю, где ключ, может, люди подскажут в комментах. В тайнике у нас... А, так это тот тайник, который я никогда не могу найти. Ну да. О, тю, собака, вот он, что ли? Ясно, тут два артефакта, в принципе, ни о чем, но я думаю. Ладно, идем мочить снайпера на мельнице. Что я должен конкретно сделать с тем снайпером на мельнице? Скорее всего... Бред, братуха, понятно. Так вот, скорее всего, я должен его замочить, ну, конечно. Еще бы меня собаки тут не трогали, было бы вообще все офигенно. И что за провода какие-то, ладно. О, карлик, хай! Ты чего, дурашка, тут бегаешь? У нас метка вот на этот автомобиль стоит, ну, где-то вот тут. Но нам, наверное, надо наверх подняться. А там мы что-нибудь найдем, ну, типа, какие-то улики. Тут только ящик оригинальный, и, в принципе, все, никаких снайперов тут нет. Ой, какие же тут квесты? Тут не... Я не люблю, когда так начинается. Логично, что снайпер должен быть здесь. Нет, снайпера здесь нет. Это ключ, где хер поймище. На ТП, что происходит, непонятно. Ладно, ТП это мы выполнили. А со снайпером что теперь делать? А вот не ясно. Это что ли снайпер? Так это не снайпер. Ну и чё? Ну ничего. Квест. Я даже не нашел снайпера. Найти снайпера, уничтожить снайпера, понимаешь? Может, снайпер где-то на холме, знаешь, из холма шмаляет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давай этот квест тоже оставим, ага. Ну и что будем делать? И пойдем на ферму. Это что такое? Это рулетка? Нет, это медицинский комплект. Ну, медицины вроде лишней не бывает. Здание повально стоит со связистом. В смысле, почему провально? Здание опять появлено, опять провально. И чё? Типа потому что его плоти съели? Подожди, что за прикол? Так его уже получается не спасти никак. Ну это типа сержант, да. Но в здании найти пропавших сотрудников СБУ. Найти полковника Михайлова. Это Кучеров какой-то. Подожди, не понял. Найти пропавших сотрудников. Необходимо найти пропавших сотрудников СБУ хотя бы мертвыми. Где? На этой локации или на другой? Где мне найти ключ Сидоровича? Как мне найти снайпера? Где пси-выброс? О, сколько же в этом моде вот этого непонятного соляночного. Короче, я посмотрел. Ключ должен быть где-то в этом подвале, как понял я. Ах, ключа нет. В этом подвале. Ага. В сыром, отвратительном, грязном подвале в этом ключа нет. Со снайпером что? Непонятно. Он не появляется. Кто-то там пишет, что нужно побегать, чтобы он появился. Это что за бред? Я пришел, снайпер должен быть. Снайпера нет. Я чуть шелупу не какая-то, чтобы бегать вокруг да около 20 минут, ждать, пока снайпер появится.
Видите прикол, да? Я просто мгновенно умираю. Появляется снайпер, ну типа, уничтожит снайпер, здание обновляется. Я просто мгновенно умираю, он даже не успевает в меня стрелять, я в этом уверен на 100%. Но тем не менее, вот как-то вот так происходит, я просто умираю по скрипту, судя по всему. Что в этой ситуации делать, я не знаю, честно. Почему он раньше не появился, когда я тут бегал, тоже понятия не имею. Какие же тут странные, непонятные механики, что-то надо побегать, чтобы снайпер появился, зачем? Вот тут я сейчас сижу, тут снайпера нет. Ну, видели. Сейчас еще игра вылетит, да, потому что я в машине помер. Нет, представляешь? Прикол в том, что я могу и рулить, кайф. Ну, порулили, давай. Я сдох, и я рулю, ребят. Как вам такая ситуация? Нормально, да? Ну да, спокойно рулю. Че? Какие-то вопросы есть? Думаю, что у шпаны вопросов нет, ну понятненько. Причем скорость держится хорошая, даже набирается, по-моему, наоборот. Ну как вам такое? Как вам такое, пацаны? А ну-ка, ну-ка. За мной еще кабаны какие-то бегут. А чего за мной бежите? Я же мертвый. В смысле? Так я же мертвый был. Что-то сейчас какой-то бред случился. Я же... Короче, это я не понял прикола. Я сейчас сдох или не сдох? Проезжаем еще точно так же. Уничтожь снайпера. Нет, я не сдох. У меня 0%... Не, как это не сдох? У меня 0% здоровья. Ну-ка, я лечусь, и у меня... Ха-ха-ха, я... Я лечусь. Я с нуля поднимаюсь до 14, выше, выше и выше. А почему? Вопрос. Вопрос, как так получается? Скажите мне, пожалуйста. Что, это дурачок тут, что ли? Ну да, я не... Зачем так было делать? Что это за прикол? Почему? Как? Окей. Отчитаться Артуру, что я убил первого дуралея. Улучшенный комбинезон у него, конечно, но он очень плохого состояния. Не думаю, что он будет намного лучше моего. Возвращаемся. А что я на машине-то надо? Давай. Пойдем Артурчику расскажем, что, мол, опа. Выполнил я твою работу, выполнил задание. Снайпера убил, потом меня еще куда-то пошлет. Непонятно тоже с этими пропавшими какими-то там СБУшниками. Вау, красота. Завалила твоего снайпера. Теперь без этого гада дела лучше пойдут. Молодец, получи заслуженный гостиниц. 61 рубль. Ну как там продвижение с твоим обещанием? Тебе осталось выполнить еще одно задание, и все, инфа твоя. Что это за задание? Сложное. Расклад такой. В темной долине обнаружен очень редкий артефакт. Называется он. Ага, я должен поскорее найти его, пока другие конкуренты не схавали. Ты мне в этом поможешь. Пойдешь в темную долину через свалку. А я к этому времени постараюсь выкупить инфу о местонахождении артефакта и скину ее тебе. Найдешь артефакт, сразу тащи его ко мне. И тогда я свое обещание выполню. Хорошо, сделай. Делаю все как надо. Он, кстати, броню не чинит почему-то. Или у меня денег на нее не хватает просто. Да не, она немножко покосна. Короче, ясно, мне сейчас нужно идти в темную долину. Это что у нас? А, ну типа переход тут. А что с остальными-то квестами? Объясните мне, пожалуйста. Почему ключа Сидоровича нет, это раз? Почему, во-вторых, что вообще случилось с моим СБУшником? Почему он помер и сломал для сюжета таким образом? Или все по красоте? Может, опять ключ появился, не? Не, ясненько. Ну что, берем свой замечательный автомобиль и направляемся непосредственно уже в темную долину. Там мы будем тусоваться, искать артефакты и все в этом духе. Ой, у меня машина горит. Ребята, это плохо, да? Я еще не знаю, как переключать передачи. А мне бы это не помешало, уж больно медленно. Ой, извини, братуха, еду. А, ну на машине меня не пропустят на другую локацию. Но с другой стороны, уверен, целая куча машин будет на той локе. Перейти в темную долину, теперь квест. Чё? Кто меня тыркнул? Я тебе тыркнул, тварь. А, ну тут типа все излучения, я понял. Тогда нам, конечно, как можно быстрее лучше пойти в ТД. На автобусе, что ли? Мужик, тревога. Не знаю, враг ты или нет, все-таки быстро беги на клавиш техники, найдешь здесь БТР, в нем можно надежно укрыться от пси выброса. Давай быстрее. Бегу, мэн! Ясно, в аномалию попал. Ой, ну как вы надоели с этими аномалиями, а? Залез в БТР. В какой? Вот в этот? Или в этот? Какой БТР, братишка? Почему ты меня не отметил на карте? А вот хрен его знает, тут не отмечен никакой БТР. Господи, что с небом творится, там с ума сойти. Опять эта выносливость кончается, как она мне надоела. Выносливость, я тебя ненавижу. Ага. Выполнено. Подошло к какому-то беттеру и типа залез в него и пережидая выброс. Ага. Очнись. Тут после выброса зомбарей набежало. А дроби у меня нет как таковой. То есть придется по старинке ножом. Подожди, там зомби или бандиты? По-моему, тут бандиты. А, так это зомбари с автоматами. Ема у них хп, это что, серьезно что ли? Обновлено спастись от зомбированных. В смысле, их положили что ли? Ребят, пацаны подохли. То есть наверняка я мог спасти их, но не спас. Ема, вот я вообще всех теряю, да? Все у меня умирают, все погибают. Не, ну зомбарей что-то чересчур много. Я, пожалуй, прыгнул бы в тачанку, да поехал отсюда. Короче, такая забавная тема происходит, ясненько. Оружие выпало, да? Ну да. В общем, такая забавная тема происходит. Когда я иду спасать свободовцев, ну там прыгать в БТР, спастись от выброса, у меня, значит, что происходит? Ничего, я просыпаюсь потом, да? И зомбари начинают нападать. Я их бью, стреляю, но у меня, в общем-то, ломает. Сейф в определенный момент, и я просто-напросто дальше играть не могу. Я не знаю, что это такое, поэтому я сейчас, пожалуй, посплю со свободовцами, но после этого, скорее всего, я их оставлю, ибо их невозможно спасти, мод невероятно баганный, и пойду... Куда я пойду? Я пойду в темную долину, куда нам и надо, в принципе, за артефактом. К сожалению, квест со свободовцами я не выполню, они помрут. Ну вот так вот, вылетает у меня игра, что теперь поделать? Вот, я просыпаюсь, что-то я пытался бегать, мочить, но сейчас я просто, например, беру и бегу, просто бегу. Я на всякий случай, конечно, сохранюсь, но опять-таки сейвы не работают, я вот проверял, да?
Даже замочу попробую какого-то зомбированного, у которых просто, ну, очень много хп, и это мягко говоря. А идем мы в темную долину. Где у нас темная долина? Кто-нибудь помнит? Ну, я думаю, люди помнят, тут даже у нас переход отмечен. Так что, о, сейчас меня убью, да? Да не, вроде пробегаю. На зомбаре, в общем-то, полная локация. Я не знаю, с какого это перепугу, с чего бы это их так много, до хрена по всей локации, но почему-то их стало невероятно много. Ладно, чего, потихоньку пойдем, не обращаем на них внимания никакого абсолютно. Раз уж этот квест забаган, раз уж в принципе мод этот невероятно баганный. Ключ там, значит, я смотрю, прохождение у всех лежит он в одном месте. У меня его там просто-напросто нет. Я такой, типа, что? То ли там в какой-то определенной последовательности надо выполнять задание, то ли что-то еще. В общем, понятненько, я еще и в аномалию попал, супер вообще. Выбраться из нее, к сожалению, не смогу, да? Ну как, смогу? Ага, смог. Тут у нас что, целая стая просто собак. И что мне с ними делать? Я, конечно, постараюсь пробежать. Дали каких-то 3, 1, 4 там человека. Кто это будет? Наверное, бандиты. Потому что, по идее, тут должны быть бандиты. Нет, это зомбари. Да вот почему их так много? Я не понимаю. А, тут еще и бандосики. Ха! Вообще, не знаю, полный набор. И у меня влетает игра после этого. Вот ты серьезно? А, нет. Тьфу. Нагрешил. Ага, я на локации. А что ты тут сидишь, стоишь? Стасок. Уф, наконец-то спаслись от кадавров. Здесь их поменьше должно быть. Ты сам-то кто? А то вместе через рой зомбаков прошли и не знаемся. Александр Дегтярев. А я Стасок. Будем знакомы. И чего? Я нажал три точки и. Ага. Да ты подожди, кто же от меня без подарка уходит? Вот тебе ствол неплохой за то, что помогал мне. И еще, если попадешь в бар, ни за что не рассказывай долговцам, что я проникал на свалку. Я тебе доверяю, Эфеночка. Хорошо, буду молчать, как рыба. Долговцы ничего не узнают. За подарок спасибо. Goodbye, people. Ага. Правда, я, по-моему, эту пушку сейчас не подобрал, потому что у меня не было места. И что вы думаете, ее подобрал он? Ха-ха-ха, ну вот, ну выпало у меня, типа, недостаточно у меня места было. Надо было АК-74У, наверное, выкинуть. И в итоге он подобрал эфеночку. Ну, что сказать? Да ничего не сказать. Ну да, вот он продает мою эфеночку мне же за 20 тысяч. Понятно. Ну вот классно реализованная в моде продуманная фича. Что, какие-то вопросы? Александр, есть новая информация по вашему артефакту. Искать его надо около лаборатории X18 или на болоте. Все, буду надеяться на тебя. Ага, либо возле лабы X18, либо на болоте. Понятно? Понятно. Могу ли я прыгнуть в этот, и куда-то меня это, может, телепортанет. И да, меня это телепортанет чуть-чуть вперед. В общем, что я думаю? Я думаю, что я не буду дальше продолжать проходить этот мод. Скорее всего, это последняя серия. Ну не знаю, видите, какие-то тут вещи странные творятся, непонятные для меня. Игра вылетает местами. Ну, оно и понятно, ребят, это старый мод. Я сейчас вообще на канале много старых модов поднял. Так, смотри, возле входа в X18 он сказал. Или на болоте, да? Или возле лаборатории X18. Тю, собака, давай посмотрим. Около лаборатории X18 или на болоте. Понятненько. То есть около это что значит? Около это значит. Это значит, наверное, тут. Вообще, этот сам комплекс не считается лабораторией X18, он считается комплексом, заводом надо X18. Там же станки еще сверху стоят, что-то там делали. То есть такая лаба под прикрытием, знаешь. Тут тоже зомбари или кто это? Ну, кто это, нам не высвечивается, но я думаю, что давай так посмотрим. А, так это военные друзья. Ну, понятно. Тогда воевать не придется. В общем, я все сказал. Мод сыроват, ребят. И никто его никогда уже не доработает, потому что он древний. Проходить его у меня особого желания нет. Конечно, вы, если там вы взбунтуетесь в комментариях, начнете что-то там писать, бомбить. Я посмотрю, если, как говорится, есть заинтересованные лица, если овчинка стоит выделки и есть ради кого это делать, я буду это делать. Но вот эти вылеты, вот эти вот непонятные там найди ключ, ключа нет, найди снайпера, прихожу, снайпера чего-то нет. А оказывается, там надо побегать вокруг да около. Причем, когда туда первый раз пришел, я побегал вокруг да около, и ни хрена. Ну да, бегаю по этажам, артефакта пока никакого не вижу. Как это чудо должно выглядеть и могу ли я заметить его с расстояния? Я сейчас нахожусь на болоте, получается, болото тут только одно. Это вот, собственно говоря, по левую и правую сторону от моста. И, в общем-то, сейчас буду тут пытаться найти артефакт. Артефакта не наблюдаю. Вообще никак. Ну, наверное, надо будет поближе подойти, он засветится, и в таком случае мы его возьмем. Ну, не знаю, может он под мостом, кстати. Сейчас проверим. Я под мостом, и в принципе тут тоже ничего не вижу. Ладно, ребят, не отчаивайтесь. Просто я не знаю, в каком именно он месте может находиться, типа... А, ну вот он, короче, понятненько. Вот он лежит, отдыхает, теперь нам нужно отсюда быстро убегать. И радиация тут огромнейшая. Я сейчас помру, да? Ну да, давай аптечку даже используем. Александр, как там мой заказ? Какие продвижения с артефактом? Все гуд, артефакт у меня. Причем, по идее, я первый должен был написать по-хорошему. Ну ладно. Вот и хорошо, не обнадежил ты меня. Да и будь осторожен, за такой артефакт любой выскочки могут просто глотку перерезать. Ты меня напугал, дружище. Ну и теперь что, что это артефакт?
вообще из себя представляет, ребят. Очень дорогостоящий артефакт, открыт совсем недавно, а его свойствах мало известно, его нужно отнести торговцу. 10 тысяч, очень дорогостоящий артефакт, пацаны. СМВшка тоже 10 тысяч стоит, обычные артефакты по 1000, то есть это что, 10 вывертов, 10 тысяч это дорогостоящий. Хотя, по-моему, для этого, для экономики этого мода, ну да, это в принципе какие-то деньги. КПК фаната. КПК, принадлежавшая лидеру деревни Новичков. Почта не закрыта. Последнее сообщение от Сидоровича. Фанат, меня в плен взяли. Где я сейчас нахожусь? Я не знаю. И не знаю, кто эти подонки. Ты тайник мой передай, который на АТП. Ну да, вот этот тайник, ключ к которому мы так и не нашли. Ну ладненько.